С новыми силами депутаты приступили к работе. Состоялось первое заседание новой сессии городской думы. На повестке дня обсуждение бюджета. В будущем году объем расходов увеличится на 300 миллионов рублей и составит 6 миллиардов 651 миллион рублей. Дефицит останется без изменений по сравнению с предыдущими годами. Бюджет продолжает сохранять социальную направленность. Большое количество средств будет выделено на строительство и ввод в эксплуатацию детских дошкольных учреждений. Сейчас в городе Иванове у нас 20 тысяч детей посещают детские сады, но обеспеченность составляет 80,5%, то есть 19,5% детей не обеспечены детскими садами. Это практически около 5 тысяч детей. В этом году в городе введено в эксплуатацию 500 мест в детские учреждения. По планам властей этот показатель не уменьшится и в следующем году. В 2015 будет построен детский сад во Авдотино и на улице Рабочая. 40 миллионов рублей из федерального бюджета будет выделено на строительство дворца игровых видов спорта. В ходе заседания официальное наименование получил микрорайон Рождественский. Во-первых, это часть города будет, во-вторых, название у района появится. И сегодня, я считаю, это правильно, сегодня это такая линия проводится не только у нас в городе, но и в Москве, там, в больших городах. Поэтому я думаю, что и потом на перспективу там можно будет и федеральные органы власти могут там выделять средства на строительство и социальных объектов, больниц, детских садов, школ. Также принято решение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Столовые ВГУ». Ректор Государственного университета уверил главу города, что на качестве питания студентов это решение не отразится. Не должны сильно измениться и цены. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.